Что будет на месте Затонского рынка в областном центре? Данный земельный участок по адресу Ломова, 37, находится в частной собственности. Целевое назначение участка для строительства и обслуживания торгового дома площадью 4292 квадратных метра. Вот в этом году, с 24 января, отделом архитектуры выдано разрешение на постутилизацию объекта. То есть это будет снос строения. В настоящее время строительство не ведется, проводятся только демонтажные работы. В дальнейшем собственникам данной территории планируется строительство нового торгового дома.